Ну что, ребята, настал долгожданный коп. Выбрались, в общем, в Ози полей. Попробуем, походим. Поищем удачу. Ну и так заодно развеемся. Мы в основном едем, чтобы развеяться, подышать воздухом, походить. Заодно и спорт в какой-то степени. Позади, вперед. Первая находочка. Вот такая вот. Ну, довольно-таки увесистая, неплохая. Ищем дальше. Вот такой вот кусочек лемеха. Найден он был. Вот здесь диполя, рядом у диполя в лесу, на этой лесополосе. И такая вот штуковина металлическая. Что это такое, я не знаю. Как с под баллона какого-то, что-то такое. Начало есть уже. Поверхности. Такая плашечка, тоже приятно. Такая. Там он нашел миску, вот такую. Вот сколько колючей проволоки, смотрите, целый моток. Ее не достать. Это если этот прут я достану, а колючую проволоку нет. Она там под камнем. Надо камень двигать. Это как здесь в осеннем лесу. Смотрите, какая красота. Уже листья опадают. Ну а мы все ходим. Ходим, бродим. Оп. Я даже не копал на видном месте от трактора. Вот такая вот ерундовинка. Забираем себе. Чисто увидел. Ой, ё-моё. Блин, а проедем. Машина вездеход.